Друзья, всем привет! С вами лучший день. Я нахожусь на рыбалке. Наконец-то мы выбрались открывать сезон. Твердое воды, время декабрь. Мы, наверное, единственные, кто еще не открыл сезон. Здесь вот водичка, здесь все время долго замерзает. А вот, наконец-то мы прибыли. Находимся мы на озере Иртяш. Ветрище сдует сумасшедший. Посмотрим, что у нас будет сегодня ловиться. План таков: если здесь на Иртяше клевать не будет, значит, мы отправимся в обратный путь и по пути завернем на Ротане озеро Анжелы. Вот так вот, друзья. Ладно, будем располагаться. Ветрище сумасшедший, температура. Вот так вот все выглядит. Буран, можно сказать. И тем не менее, лунка поиска. На первой произошел обрыв сразу же. Какой-то здоровый окуняра, наверное, сел. Вот вторая лунка. Ну,
Что-то безрезультатно пока. Вообще ветрище этот. Не поймешь, то ли оно, то ли не оно. Где они? Где все эти окуни? Эй, клюйте! В общем, пока поиск. Рыба не найдена. Хочется найти, где она уже. Поставить палатку. И сидеть. Получать удовольствие. Но нет, не дается. Не клюет пока. Ветрище сдувает, страшное дело. И вот он, первый окунь этого сезона. Вот такой красавец. Ветрище его моментально снегом занесло. Ну, покажи всю красу. Вот такой. Первый. Прошло 2 часа. И за эти 2 часа попался нам всего лишь один окунь. Ну, это, ну, борода, откровенно. Поэтому мы кардинально меняем место. Рынки у себя. Так вот сейчас мы уже на другом месте. Сейчас здесь проверим, если здесь такая же будет рыбалка, как в том первом месте, то мы поедем за ротаном благополучно. Вот поставил батарейки, они какие-то херовые. Как всегда, сами здесь непонятно что. Поэтому все, поехали уже. Найдем рыбу. Эту. Как это так? Ушел. Чё? В лунке? Чебак? То есть рыба здесь есть, да? Это она у меня просто не клюет. Здесь есть. Сейчас только что был упущен первый чебак. На новом месте мы. Повторюсь, возможно, здесь все-таки рыбалка заладится. Чебак, значит, будет. Да. У меня на крючке все еще остается загадка. Ладно, будем упорно разыскивать, искать. Продолжаем поиск рыбы. Был пойман, по ходу так дело, был пойман чебачок, окунек. Я вот вытащил сейчас только что царя. Как будто бы в этой части Иртиша ветра меньше. Ну так, порывами, как налетит, налетит бывает. Вот, но стабильная стайка рыбья так все еще и не найдена. Поэтому продолжаем искать. Как только найдем, сразу же будем базироваться, ставить палаточку, обсверливаться, но пока нету такого ничего. Вот. И если вот такие же успехи будут длиться до 12 часов, будем ловить вездесущего ротана. Для поиска используем мормышку с мотылем. Самое верное средство. И уже когда рыба будет найдена, вот тогда уже пойдут в ход. И блесенки, и черти, крючок с поплывком.
общем, так вот, друзья, наконец-то мы забазировались, сделали две луночки, палаточка, окружили себя минимальным комфортом на день. И рыба, успокоившись, что у нас все благополучно, тоже перестала клевать. А так, в принципе, ёршики, окуни, чебаки клевали. Сейчас вот мы подкормили маленечко, кормили манкой. Петрища сильный. Ощущение, что он меня сейчас вместе с палаткой и с ящика столкнет просто. Вот, раз опять, видела? Кто-то раз поднял чуть-чуть и бросил, поймал здорового ерша. Сравнить не с чем. Здоровый, в общем, не важно. Вот Алла клюет тебя. Это всегда так, когда я пускаю. Угу. Вот, кстати, отвлекись. А, туда сюда. Вот нынче использовал такие вертыши. Стоимость 30 рублей. Взял 4 штуки. Вполне ничего себе, вкручиваются в лед. Посмотрим, как будут выкручиваться. В общем, что-то жалею я денег на нормальные вертыши. По 280 рублей. И вот такие по 30. Не знаю, как они правильно называются. В стены это вкручиваются. И сюда цепляются уже жимки, кабели всякие, да всякая фигня. Неплохо, в общем. Закручиваются в лед. Насверлил лунок уже. Сейчас посижу маленечко и пойду по лункам. В общем, с озера Иртяш мы уже не уезжаем ни за какими ротанами. Вот. Комфортом себя окружили, но вот обедать, видимо, что-то не судьба сегодня, что ли. Никто об этом не заикается, все молчат. В команде лучшего дня вообще принято сидеть на диетах и не кушать. Совершенно, блин. Что-то, походу, меня опять не туда занесло, что ли, в этой жизни. Ладно, увидимся. Так, сейчас мы будем проверять наличие хищника вот таким вот балансирчиком. Видно? Вот такой вот, хрен знает, кто его там выпустил, кто его сделал. Вот, мы будем проверять. Сейчас все лунки пройдем с ним, с балансиром, с этим. Сейчас только опущу, смотрите, только опущу, сейчас сразу же будет удар. Удар, штанга, удар, штанга. Господи, прекратите эту истерику или отберите у него этот мяч. Что-то я опять херню какую-то сказал. Бывает. О! Вот такое вот у нас дно здесь появилось. Опа, вот так вот. Все, и пошли. И, конечно же, этот балансир нахрен никому не нужен. Что-то погода какая-то, ветрище, офигеть. Конечно, когда не клюет, сразу же погода кругом виновата. Кругом все виноваты. Только не балансир там, и не мотыль вонючий там, и мормышка вообще, и все это. Виновата всегда погода. Тут без вариантов. Все, ладно, хватит сидеть, пойдем облавливать всю зону, может, где есть какой-нибудь хищник. Продолжаю ходить. Подходит для праздничного, торжественного открытия. Тем
не менее, поздравляю и вас, и себя. Ура, товарищи! С вами лучший день. В общем, балансир не дал никаких результатов. Только я ушел, этот зверюга, которого я искал с балансиром, вот такой вот, он клюнул здесь просто на мормышку. Поэтому пока мормышка рулит. Вот поплывок закинут, тоже как бы поклевочек. Были или не были? Наверняка были, просто она не видела. Или да, не захотела ловить. Так, и что мы будем дальше-то делать? Что у нас будет купаться нынче? На очереди у нас открывает сезон. Барабанная дробь. Черт! Веревкин. Много раз он выручал. Хорошо на него. И окунь, и чебаки, и подлещики клюют. Вот. Такая вот конструкция у меня. Все в бусинках. Все двигается. Видно? Все такое прямо. Сам бы съел. В общем, на очереди у нас чертик. Ничего что-то не происходит, ничего не клюет. Так, какие-то тычки на мормышку. Сейчас это я вышел из палатки. Пообедали. Стал обходить лунки. Вроде вот какие-то эти палатки, вообще все затихло. Где? Так. Ну. Давай. Не дает. Что-то, наверное, быстренько объело. Три раза дернуло.
Точно. Он где-нибудь в тростнике. И вот сейчас эти ветроды его. Лентяй, это ленивый паук из всех. Ему лень было себе нормально на зиму залечь. Надо его гнездо придумать. И он фиговое гнездо себе сделал. Его поэтому выдуло. Других же пауков не выдувает. Да вы плюнь на него, пойдем. И что, здесь нас, наверное, ждет бешеный ротан. Озеро Анжелы, в поселке деревни Клеопина. Вот. Сейчас мы здесь. Раз мы что-то не замогли поймать окуней, чебаков, сейчас мы будем пробовать ловить ротана. Может быть, все-таки с ним будет азарт. Не страшно. Главное, чтобы ротан клевал. Вот. Чё, мы, наверное, года два на этом озере не были. И вот, встречай нас! Мы прибыли! Да пошли на рыбалку или нет? Наступили, наконец, веселье. Этот убойный ротан. Вон что, левотисты. Ничего, такие экземплярчики. Приличные после долгого лета. Нормально пьет, как будто человек снизу за леску дергает. Приятные такие рыбехи. Ну, хватим на кожу человеческую. Я успею, я поймаю.
огонь. Куда делся-то? Наверное, то, что вечереет. Чё там на камеру не хочет, стесняшка? Эти ротанюги оторвали все мормышки, поэтому сейчас мы переходим в атаку. Блёсна, балансиры. Вот так вот. Скоро, друзья мои, будет темно. Съемки прекратим. Нет, нет, нет. Я вам дома расскажу, чем закончилась эта бойня и куда мы будем использовать всех этих наловленных ротанов. Но я вам скажу, после лета это вообще отрыв, прямо вообще порвал. Какая-то безрезультатная, плохо поклевали, видимо, вот это вот бурга, ураганный ветер, это все скачки давления, все это плохо сказалось на рыбе. Вот одному ротану, видимо, как всегда, все по барабану, он клевал как сумасшедший. Буквально вот мы за пару часов наловили, ну я не знаю, даже не берусь считать, сколько мы наловили. Наловили очень много. Всему считаю, что сезон зимнего рыбалки, сезон твердой воды. Всем ни чешуи, ни хвоста. С вами был лучший день. Подписывайтесь на мой канал. Всем добра. Пока. С вами был я, Крутилев Алексей. И лучший день. Пока, друзья мои. Пока.